Привет. Песеры с вами. Морж. До сих пор меня спрашивают, какой джойстик я брал под eFootball 2022. Ребят, да, к сожалению, пока Konami поддержку джойстика не ввели. Тем не менее, джойстик я заказал. Вы сейчас видите его на своем экране. Извините, обзоры я снимать не умею, поэтому сделаю, как умею. Покажу вам распаковочку этого девайса. Вот, у меня даже, к сожалению, не оказалось штатива для телефона. И у меня даже не оказалось телефона, который я вставлю в этот джойстик. Но эту роль у нас выполнит чехол. Чехол туда тоже влазит. Итак, GameSir G4 Pro, это сейчас флагманская модель компании GameSir. Вот, чем он меня привлек? Тут охренительно классная батарея, тут охренительно классно, нет мертвых зон, есть все, в общем-то, фишки, которые есть и на DualSense, и на Xbox-овском джойстике. Повторяют он форму Xbox-овского джойстика. Вот, подходит он и для мобилок, и для PlayStation, и для Xbox, и для Switch. Короче, коннектится через все. Коннектить его можно через Bluetooth, коннектить его можно через Wi-Fi, коннектить его можно при помощи провода. Я посмотрел хренову гору обзоров на джойстики для мобильных устройств, и этот мне, ну вот, я собрал всю информацию вместе, показался самым четким, самым интересным. Ну, скажу вам сразу, он не особо дешевый. Тем не менее, это именно устройство премиум-класса, ты когда даже берешь его в руки, ты ощущаешь просто качественно собранный пластик, все классно работает, вот так вот устанавливается телефон, есть два положения, да, для удержания телефона, причем даже достаточно тяжелый телефон, я свой вставлял, когда я трясу джойстик, он не переключается. При этом, опять же повторюсь, дичайше классная батарея, дичайшая универсальность по поводу подключения к любым платформам, кнопочки нажимаются приятно, в руках лежит приятно, вот, ну, мне в принципе нравятся как качественные вещи. При этом, конечно же, 4 курка, как на Xbox, и здесь есть сила нажатия курков, то есть, чем сильнее нажимаешь, тем сильнее оно будет работать. Короче, все фишки джойстика премиум сегмента у него есть. В комплекте у нас идет кабель с разъемом Type-C, да, если я не ошибаюсь, тоненьким, но он как раз под мой телефон подходит. Тут не совсем видно, ну, блин, ребят, я первый раз снимаю такое, у меня, к сожалению, не хватает опыта. Дальше у нас в комплекте идет куча макулатуры, инструкции, все дела, это мы тоже будем все дело изучать. Снова какая-то макулатура с логотипом GameSir, 3 наклеечки с петухами, можешь подарить своему товарищу, он будет очень рад, или на спину ему наклеить. Я думаю, он будет еще больше рад. Ну и снова какая-то макулатура. Не сильно много вещей в комплекте, тем не менее. В общем, вот такой джойстик я себе взял. Как только Konami добавит нам поддержку, я, естественно, все это дело подключу. Естественно, вам все это дело покажу. А пока что попробую подключить через сторонние программы. Тоже, я думаю, все получится замечательно. Если ты хочешь приобрести такой же, заказывал я на Алиэкспрессе. Привезли мне очень быстро. Заказывал я в официальном магазине производителя. Короче, в описании и закрепленном комментарии я оставляю ссылки и на этот джойстик. Вот, можешь перейти и посмотреть на Алиэкспрессе. И на более дешевые модели. Компания хорошая, она давно занимается гаджетами для Android и iOS устройств. Да, он подходит под все. Поэтому вот такой джойстик я себе выбрал. На этом, пожалуй, буду заканчивать обзор. Как только все подконнекчу, продолжим, так сказать. Надеюсь, тебе это было полезно. Ну, ссылки в описании, ссылки в закрепленном комментарии. А я на этом прощаюсь. С вами был Морж. До новых встреч. Пока.